Всем привет! С вами снова Вячеслав. Ну что, дорогие друзья, приехали мы снова на нашу речку, любимую, которая называется Ловоть. В прошлый раз мы с моей мамой неплохо здесь отловились, и сегодня мы снова же решили поехать сюда. Прошло уже, получается, после рыбалки двое суток, вот на третий мы поехали. Погода сегодня отличная, тишина, тепло, на улице где-то 25 градусов тепла. Сегодня мы надеемся, конечно, на такой же клев, а может и лучше. Ну а что там будет дальше, что нам речка сегодня даст, вы все увидите. Ну а мы не будем долго тянуть время, собираемся и погнали. Течение хорошее, вроде не видно, хорошо лодку тянет. Сапоги. Ну вот спустились мы на реку и хотим пойти выше по течению. Но чтобы не идти впустую, мы, конечно же, кинули блесны и протащим ее чуть под на дорожку. Надеюсь, кто-нибудь, кого-нибудь мы допоймаем. Впустую мы точно не пройдем. Скорость выбрана нормальная. О, был удар. Опять. Может, за дно. Ну, не знаю. Ладно. Посмотрим дальше, что будет. Ну, вот на дорожку у нас опять. На мою вертушку взяла кушок. Опять маленький. Я его даже не чувствую. Аккуратненько отпускаем. Осталось там дойти еще немного. Не знаю, видно или нет, вот до того переката. Вот до этих камышей, которые посередине. Тут мы все сейчас обловим. И будем, как в прошлый раз, спускаться вниз по течению. Не надо нам сейчас. О, ушла. Щука. Да. Большая. Ну, килограммчик, наверное, ей был. Да ты что? Да, кидай, где-то она здесь. О, вот она. Вот она. Нам сачок. Это окунь. Это хорошие, ребята, окунь. Зачетный просто. Но там была щука, это там не та поклевка была. Ребята, ну вот такого зачетного окуня я взял. Сначала была поклевка щуки, потому что она прям по-другому клюет. А это прям удар и вниз. И вот такой грамм, наверное, 400 зачетный окунь. Классно. Грушу тащи. Только грушу в рот сунул, сразу поклевка. Полкило щуреночек. Опускаем. Ну вот, видели сами. Только взял грушу в рот. Как назло говорится, сразу поклевка. Вот это хорошо. Я очень рад. Долго мы ее ждали сегодня. Поклевку-то. Именно щучки. Полки, ложки есть. Хорошая рыбка. Что там у тебя? Щуренок. Щуренок? Прям под лодкой взял. Прям под лодкой. Так, давай, давай сюда. Опачки. Отлично. Молодец. Давай вот сюда. Сапог сейчас натечет, там все тебе. Ну вот. Прям практически сразу, спустя, наверное, 5 минут, еще одна поклевка. Такой же где-то с полкило щуренок. Ну, молодец. Прям перед лодкой схватил. Отлично, отлично, ловим дальше. Что-то кидали-кидали впустую, совсем грустно сегодня. Решили вниз пройти, на дорожку протянуть, километрик-другой. Нет, развернемся и пойдем обратно на дорожку до самого дома. Ну, если увидим красивые места, конечно же, покидаем. Дорожка нам ничего не дала. Сейчас, что-то прикрутил.
Ну что, дорожка нам так ничего и не дала, никаких результатов. Километр 3 мы, наверное, прошли, пустую протянули, и воблеры меняли, и блесны. Вот остановились на интересном месте, вот сразу поклевочка кушок. Не крупный, на уху пойдет. Рыбы у нас сегодня мало, так и такое пойдет. Место хорошее, интересное. Камушки, много камыша. Вот. Сейчас будем пробовать здесь облавливать. Окунек клюнул. Значит, он мне здесь и не один должен быть. Ну вот, на обратном пути дорожка сработала. Что-то бьет щучка. Однозначно. Однозначно щучка. Лески много было спущено. Далеко-далеко идет. Готовь сачок. Уже близко рядом. Сачок замотанный. Вот она, сейчас. Так. Тих. Давай сюда. Давай. Опа. Ок, хорошая. Это вот раз килограммовая. Это даже больше килограммчик еще. Тихо. Подруга, все уже. Уже в лодке. Вот такая красавица у нас. Ну, больше килограмма. Ну да, этот раз. Красавица. Хорошая щучка. На заключение очень хорошо. Мы не ожидали. На обратную дорогу все-таки щучка вышла и клюнула. Молодец. Спасибо. Ладно. Спасибо ей, спасибо речке. Рыбку в сумку и бегом дальше, пока не стемнело. Потому что идти далеко, а уже у нас совсем... А у нас уже на улице темно. Ну что, дорогие друзья, вот и закончилась сегодняшняя наша рыбалка. К сожалению, время пролетело быстро, мгновенно. Рыбалка была сегодня хорошая. Поймали мы с мамой сегодня 3 щучки. Вот. Одна хорошая за килограмм, другие грамм по 500. Вот. Один хороший окунь, тоже такой, грамм 350-400. И один маленький окушок. Рыба была не особо активная, но все же мы смогли взять, можно так сказать, свое. Вот. Не впустую приехали, удовольствие получили, отдохнули на природе, подышали свежим воздухом, послушали пение птиц, журчание воды. А что нам еще надо? Это самое главное. Всем счастливо, всем пока, удачи, спасибо за внимание. Ходите на рыбалку, наслаждайтесь жизнью. Пока. Спасибо, что были с нами, спасибо за внимание. Всем счастливо, всем пока. До новых встреч на канале.